Так, где у тебя болит, покажи. Здесь. Смотри внимательно. Не-не, смотри, стой, стой, выпрями голову, стой ровно. Максимально. Вот я тебе засовываю руки в подвздошную кость, видишь, вот покатаюсь по одной и катаюсь по второй. Вот, вот, катаюсь по ней. Чувствуешь, да? Ничего-ничего, вот. То есть вот я показываю сейчас на камеру, чтобы ты увидел. У тебя левая нога из-за того, что вот это короче, вот это, больше получает нагрузки. То есть вот. По сравнению с началом, у тебя где стало легче, что болит, не болит, как легче стоять? Ну, чуть-чуть, вообще капельку вот сюда отдаю. То есть уже не такая боль сильная? Нет. На сколько процентов примерно? Слушай, ну если сейчас вот я постою, через минуту она не будет, то процентов на 80. Легче, голову выпрями. Да. Теперь смотрим тазовые кости. Вот, засовываем тебе на подвздошную кость одну руку, у тебя будет чуть-чуть болевато, вот у тебя, но ты будешь смеяться, у тебя все выровнялось, все. Теперь вот засовываем сюда, извини, пожалуйста, прощай. Ничего. Вот у тебя здесь вот кость, и вот здесь кость, вот она что будет. Вот они, кости.